Время было 7:47 вечера. Я услышала хлопок. Я честно подумала, что это хлопушка. Я думала, что, наверное, артисты, которые пришли, их встречают поклонники. Но вот эти хлопки, они были вот тут-тут-тут-тут, они не прекращались, и как крик, какая-то паника. Я поняла, что что-то происходит не то. И когда мы уже с супругом поняли, что нужно спасаться, бежать, он меня схватил за руку, я только оглянулась назад, они уже сами, люди были уже внизу и стали стрелять по сам зал, ну, вот, в самом зале, простите. И они стали стрелять, меня супруг схватил, и мы пошли уже через верхние этажи, через пожарную безопасность вот эту. Когда домой пришла, у меня есть дети, я обняла своих детей, упала к ним на колени и сказала, что Леша, что там творилось, это просто не передать словами, как там было. Да. Я говорю, нас просто стреляли. У меня началась просто истерика, паника. Боже, не мог смотреть, дети испугались, обняли меня. Мамочка, мамочка, дали водичку. Муж вызвал наряд скорой помощи уже. Я не могла спать, болела так голова. Сегодня в глазах, в ушах это все происходящее просто в голове осталось. Это боль. Это боль.